Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем собирать потолок Armstrong на коробе из гипсокартона. Сейчас мы будем отбивать уровень нашего потолка. В нашем случае это 9 см от начала короба. Ставим заметки в каждом углу на каждой стороне. Сейчас мы берем отбивочную шнурку и по нашим отметкам отбиваем уровень нашего потолка. Замеряем нужное нам расстояние и отрезаем уголок Армстронга нужной нам длины. Крепим его саморезами по нашей отметке. И так делаем по всему периметру. Возьмем расстояние, еще раз это у нас расстояние 164,2 мм. Мы ищем середину, это получается 82,1. Для того, чтобы у нас был этот кинуть блин посередине, чтобы у нас был целый блин, нам нужно от этой середины отмерить по 30 сантиметров в каждую сторону, так как у нас блин 60. Вот это расстояние у нас получилось 60 сантиметров. Теперь мы будем сейчас сверлить подвесы для кидания направляющей. Она у нас пойдет или вот здесь, или вот здесь. Также это нужно сейчас сделать еще и на той стороне, и тогда будет все. Так, вот у нас расстояние 52 с небольшим сантиметров. Первый у нас подрез будет сверлиться примерно вот на этом уровне. То бишь вот у нас 52, это примерно, если в среднем где-то вынесет плюс-минус сантиметр, это не столь важно. Подвес. Общая длина у нас 503 сантиметра.
были одинаковые подвески. Мы берем это дерево 503, это у нас блины по 60. Если мы разделим, то у нас получится 8 блинов и остаток. Нам нужно, чтобы сделать пополам, мы берем, значит, 7 блинов, это по 60 сантиметров, это вот 7 умножаем на 6, получается 420 сантиметров у нас, отнимаем от 503, получается 83 сантиметра. 83 сантиметра делим пополам, у нас получается по 41,5 сантиметра, это у нас будет подрезка по краям. Сейчас мы подрежем и все вам покажем. Каждое расстояние у направляющей это 10 сантиметров. Вот у них идет специальные разметочки. Значит, мы берем, нам нужно 41 сантиметр. Мы берем, считаем вот примерно вот отсюда. Раз, два, три, четыре. То бишь 40 сантиметров. Отступаем еще полтора, помечаем и просто-напросто отрезаем это все. Недостающий кусок направляющий мы нарастили, и у нас получилось нужное нам расстояние. Так, для дальнейшего сбора нашего потолка нам понадобится 120-е и 60-е профиля. Вот сюда были 120-е, вот сюда 60. Между ними тоже 60-ки. Все профиля абсурдовские. Сейчас будем закидывать блины и посмотрим, что у нас выйдет. И ставим лампочки. Вот что у нас вышло. Вот такой потолочек, как говорится, мы исправили. Заказчик будет доволен.